Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео хочу показать вам свои пустые баночки за ноябрь. Как и всегда, я буду показывать и уходовую косметику, и бытовую химию в одном видео, потому что бытовая химия заканчивается гораздо реже, при этом баночки большие, поэтому мне не очень хочется все это копить. Иногда я снимаю отдельные видео, но это когда, вот знаете, разом вдруг закончилось много всего. Такое случается. В общем, кому интересно подобного рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Первое, что я хотела бы показать, это вот такой Доместос. Максимальная защита убивает микробы. Дело в том, что Доместос я лично как бы никогда не покупала, поэтому ну вот схватила и в итоге ошиблась. Это как бы больше для защиты от микробов, но явно не для там чистки чего бы то ни было. Ну, насчет фруктовой свежести, конечно, они загнули, пахнет банально хлоркой, может быть, не так резко, но тем не менее это хлорка. Я покупала ее, эту бутылочку, не для себя, покупала фикс прайс за 50 или 55 рублей для своей, ну, как бы знакомой пожилой, это для соседки. Она вот со мной на том же этаже, в другой квартире. И вот, ну, она женщина хорошая, поэтому я ей стараюсь помогать. Тем более, что мне не сложно. И убираться я люблю, так что всякое разнообразие. Ну да ладно, такое отступление. В общем, под наши цели и задачи оно не подошло, потому что, ну, как бы оно ничего не очищает. Вот. Но если вам именно нужно как бы как защиту от микробов, то в принципе можно попробовать, хотя, не знаю, мне кажется, что если здесь хлорка и в других средствах хлорка, то мне кажется, без разницы, а это средство произвело на меня такое не очень хорошее впечатление, что это какая-то просто пустышка, но это мое личное мнение. Зато второе средство, Чистин 8 в 1, мне понравилось гораздо больше. Его я тоже покупала для соседки, потому что у себя в квартире я ничего с хлором не использую, мне это не интересно, мне это не подходит. Во-первых, я не люблю аромат хлора, запах хлора, ну и во-вторых, как бы мне это не требуется. Вот. В общем, это средство чем мне понравилось? Во-первых, у соседки кошка. Кошачьи лотки прекрасные мыть. Да, пахнет очень сильно хлором, но, как ни странно, запах на лотке после не остается, что приятно. И при этом также нет никаких плохих запахов. Прекрасно справляется. Также мою полы у соседки этим средством, и она тоже иногда моет. Ну, все-таки кошка, мало ли что. Понятно, что она мимо лотка не ходит, но, в общем, все равно надо хорошо промыть все. Прекрасно с этим справляется. Единственное, что надо быть осторожным, я как-то дверные у нее косяки, которые покрашены, и плинтус хотела помыть, помыла, но краска немножко сошла. Поэтому, наверное, вывод такой, если очень грязно, можно помыть, но только тогда надо все тщательно промазать, чтобы не было никаких подтеков. Вот. Также хорошо помыть раковину, я у нее мыла, потому что она в нормальном состоянии, чисто для профилактики. Такая же ситуация с ванной, да, ну, с купелью, как это называется. Ну, там у нее эмаль повреждена, но при этом нет никакой грязи, никакой там ржавчины, тоже, в принципе, хорошо. Вот. А в туалете у нее были ржавые подтеки, и с этим средством средство это не справляется. Но, тем не менее, я уже повторила покупку, потому что очень много для чего этот продукт подходит. И я, в общем-то, его могу смело посоветовать. А от ржавчины я послушалась других девочек с Ютуба, Хельгу, АСМР и других. Купила в фикс прайс средство или санита, или санитол, я не помню, как оно называется, в черной бутылке и с красной крышкой. Идеально отмыла всю ржавчину. Вообще, девочки, спасибо за совет. Вот, поэтому вот из этих двух это могу посоветовать, это нет. А далее, фэри закончился у меня, ну как, вот здесь чуть-чуть сейчас натекло, так как средство густое, я тоже доиспользую. И вот у меня было вот столько, я перелила в дозатор для жидкого мыла на кухне, и буду мыть посуду. Вот, а так оно у меня уже довольно-таки давно, покупала в Ашане за 89 рублей. Ну, что хочу сказать, средство, конечно, экономичное, хорошо пенится, без запаха, без красителей, но работать она стала гораздо хуже, чем предыдущий фэри. Ну, конечно,
то средство классическое более химозное. И, видимо, яркий аромат они что-то там отбивали. Потому что вообще, насколько я слышала, я как-то пришла в пункт выдачи Фаберлик забирать заказ, и девочка, которая выдавала заказы, сказала, что, ну, короче, к ней приходила женщина, и как-то она с этим связана, она сказала, что вроде как Фэри это вот... типа танки мыть или что-то такое изначально задумывалось. Я как бы не вдавалась в подробности, но что-то около того, это, в общем, скорее похоже на правду. Видимо, когда они это адаптировали к мытью посуды, то, скорее всего, да, там, и, ну, наверное, немножко, конечно, более щадящий был состав, но, тем не менее, они еще отбивали отдушками какой-то неприятный, наверное, запах, и цвет был термоядерный. А вот сейчас ничего этого нет. Оно, наверное, менее вредное, но, тем не менее, оно ничего особо, ну, с жиром никак не справляется. У меня дома нет жирной посуды. Один раз появилась кастрюлька жирная, и просто я вижу, как это средство возит туда-сюда жир, и ничего с ним не происходит. Как-то так. Но в любом случае буду пользоваться, потому что именно при отсутствии жирной посуды мне это нормально. И недавно я купила спайку вот этот Фэри и Мистер Пропер за 99 рублей. Поэтому, ну что ж, конечно, я не стала отказываться. Приобрела. Далее. Так, далее покажу вот такой вот тоник от особой серии. Здесь еще осталось немножко, я сегодня-завтра закончу. Я, собственно, и на следующий месяц приготовила тоже такой тоник, и, скорее всего, дальше буду пользоваться им, пока есть в наличии. Стоит 50 чем-то рублей, это очень бюджетно. Я слышала много плохих отзывов на эту серию, на особую серию, на эту продукцию, но мне то, что я пока использовала, мне подходит. Прекрасный тоник для лица, он очень хорошо пахнет. Единственное, что меня сначала насторожило, это когда я взяла это средство на ватный диск, налила, провела по лицу. Ощущение было, что какое-то, как, ну, не то чтобы масло, да, но что-то такое вот маслянистое, или как крем какой-то, не знаю, на лице. Я, конечно, побоялась, думаю, вот, наверное, забьет поры. Ничего подобного. Пользуюсь больше месяца, и никаких проблем, никаких высыпаний дополнительных. То есть, ну, как бы кожа в нормальном состоянии. Поэтому лично мне это подошло, но вообще написано для всех типов кожи. Но я там, честно, не знаю. Меня устраивает все, и аромат, и свойства. Тоник очищающий. У меня, в принципе, я смываю даже, ну, не водостойкий макияж умывалкой. И после кожа до очищения она не требует. Ну вот, например, когда днем бывает убираешься, потом протираешь лицо, да, я вижу, что на ватном диске, ватный диск не самый чистый, значит, тоник реально справляется со своей задачей там в качестве доочищения. Вообще могу посоветовать попробовать, но не знаю, у всех у нас кожа разная. Мне лично нравится. И что касается умывалки, то вот Оксана Александрова, Оксан, спасибо тебе и привет, присылала мне такую вот умывашку. Это косметика Wellcos корейская. С кокосом. Ну, конечно, кокосом не пахло, но меня не сильно это разочаровало. Аромат был просто чистоты, мыло. И было похоже, как будто это пена для бритья, вот такая чисто мужская. Я побоялась, что мне будет сушить кожу, но я была удивлена, что, как ни странно, нет. Но я, правда, и сразу крем наносила, там и сыворотку. Справлялась эта умывашка даже с неводостойким макияжем, то есть прекрасно, не требовалось ничего дополнительного, и тушь смывала. Маленькой горошинки хватало, чтобы очистить лицо, поэтому средство было более месяца в использовании, экономичное, и я могу посоветовать. Кожу очищала до скрипа, такой белый цвет был. Вот. Далее. От Faberlic серии La Creme шампунь питательный. Он у меня, конечно, шел в паре с бальзамом, но бальзам еще есть. Аромат сладкого миндаля. Вообще в этой серии все ароматы мне нравятся. Но по свойствам нравится вот этот в основном шампунь. Он очень хороший. Если буду что-то из этой серии повторять, наверное, этот. Аромат насыщенный, но вроде бы, насколько я помню, на волосах он особо долго-то и не оставался. Хорошо очищал волосы, все нормально. Ну, правда, иногда приходилось два раза мыть. Ну, ничего страшного. Далее,
Гель для душа у меня вот такой вот от Yves Rocher. Это масло с ароматом кокоса, 200 мл. Вообще я косметику Yves Rocher не очень-то уважаю, но мне безумно нравится от Yves Rocher бразильский кофе гель. И вот этот. Ну, почему не уважаю? Потому что сама косметика мне не подходит. Туалетная вода у них мне не нравится. А что касается гелей, в основном свойства хорошие, ароматы дешевые. Но бразильский кофе шикарный аромат. Также мне нравится вот эта серия с ромашкой, шикарный аромат. И здесь натуральный аромат кокоса. И самое главное, вот у них заявлено масло, это действительно было масло такое же, как у L'Occitane. То есть, когда наливаешь на руку, это такая маслянистая жидкость, потом при соединении с водой превращается в пенку. И для моей непроблемной кожи дополнительного увлажнения не требовалось. Я, правда, несмотря на то, что в принципе могу пойти и купить себе это масло, я его как-то экономила. Купила в июне 2018 года, а использовала только что. Лучше его не экономить. Да, оно не изменило свои свойства, но стало не так ярко пахнуть, поэтому лучше его не экономить. Покупку, возможно, как-нибудь повторю. Уж очень приятный аромат. И могу посоветовать. Далее. Вот такой вот дезодорант Фа Фиджи присылала мне Таня Термилева. Привет тебе, огромное спасибо. Хороший дезодорант. Я им пользовалась дома и вообще могу посоветовать его для использования дома, на даче и, возможно, на пляже, когда вы то искупались, то там полежали на пляже. Вот для таких целей дезодорант идеальный. И он очень приятно пахнет. У него прям такой приятный фруктовый аромат, жизнерадостный, позитивный. Вот. Ну, конечно, какой-то 100% хорошей защиты он не дает. От пота точно не защищает, но от запаха ненадолго. Хотя у меня потоотделение не какое-то там сильное. Так, далее пройдусь, у меня здесь всякие вот эти упаковочки, пройдусь по ним и выброшу, уберу из кадра. Во-первых, вот такие прокладки каждый день. Я когда-то их подсмотрела на канале Светлана 1983, привет тебе огромный, и тоже стала использовать их для дома, потому что недорого и при этом очень вполне прилично. И потом, когда я уже, знаете, убедилась в их качестве, я стала и на выход их использовать. По крайней мере, ночные мне не нравятся, но дневные очень достойные, они хорошо крепятся, они не сползают никуда. И вот со своей задачей прекрасно справляются. И все они в индивидуальной упаковке, стоят 20 чем-то рублей. Я могу посоветовать. Достойный продукт. Но, правда, я надеюсь, что скоро мне это все не потребуется, потому что сейчас, вы знаете, у меня такой личный челлендж, такая адская сушка для того, чтобы не похудеть, потому что мне это не требуется, да, и от сушки не худеют, а именно убрать остатки подкожного жира, который есть даже у таких худых, как я. Вот в женском организме, к сожалению, это присутствует. И, в общем, убрать эту функцию ненужную из своего организма, потому что она мне не нужна, и я больше не хочу даже 20 чем-то рублей на это тратить, ну, не из-за денег, а из-за того, что я вообще в эти моменты отвратительно себя чувствую. Мне вообще раздражают две функции, вот это и еще одна. Ну, по первой я уже свою мечту исполнила, я недавно сделала стерилизацию, так что вот, теперь мне для полного счастья нужно избавиться вот от таких функций, и все будет прекрасно, полное равноправие. Так, дальше. Дальше салфетки детские марки каждый день. Они мне тоже очень нравятся, подходят для косметических, гигиенических, бытовых целей. Я люблю именно эти покупать салфетки, они хорошо пропитаны, приятно пахнут. Их много, они дешевые. И повторюсь, вот где бы они ни лежали, я знаю, что я могу для любых целей их просто использовать и вообще не заморачиваться. Далее. Далее вот такой крем Карина. Здесь у меня коробочка, потому что я в использование положила новый. И уже внутри тюбик. Это то, что я использовала. Это просто теперь мое открытие, мой must-have. Как-то мне этот крем очень помог, когда у меня вдруг на лице высыпало много прыщей, появлялись каждый божий день. Я
попользовалась данным гелем, вечером на утро новых прыщей не появилось, и в течение недели все прыщи, которые были, они исчезли бесследно. Прекрасно крем еще и увлажняет кожу. В общем, мне очень нравится. Еще у меня проблемная кожа на шее. Я не могу, например, абы какой крем туда нанести. Этот крем прекрасно, поэтому и утром, и вечером на шею наношу, на лицо наношу утром. И если вот в определенные дни месяца появились прыщики, я и вечером его тоже наношу. Прекрасный гель, стоит 29 рублей в Ашане. Конечно, у него есть минус, это металлизированная туба, это не очень удобно, но сам крем прекрасный. У него парфюмированный ретро-аромат, это может многим не понравиться, но он быстро выветривается и шикарный, просто шикарный. Далее, вот такая ягодная маска от Сето. Хорошее лекало, конечно, по бокам оно немножко большое, но совсем немножко. Вырезы для глаз, для рта, они отличные, лично для меня подходят. Ткань прям такая тоненькая, прозрачная. Маска не смываемая, она хорошо кожу увлажняет. Ну, понятно, что этот эффект кратковременный, да, до следующего, там, допустим, если я вечером сделала, но утром я уже лицо умою, но вот на ночь хватает. Прошу прощения, меня прервали телефонным звонком. Значит, вот такие две зубные пасты. Я их покупала в Ашане по акции по 59 рублей. Это Китай, по-моему. Значит, одна паста... Вообще, они, как я поняла, обе отбеливающие, но они подходят для ежедневного применения. Вот эта паста, она еще с какими-то, ну, лечебными свойствами, а вот эта паста, она для курильщиков, кофеманов, там, кто, ну, винишко пьет там красное, в общем, для таких целей. Ну, я пользуюсь и то, и другое, в принципе, ну, мне как пенится хорошо, требуется небольшая горошинка, то есть паста экономичная, вот. Ну, что-то подробно о них я потом расскажу в пустых баночках, там, в следующих или когда. Вот, пока вот могу такие первые свои впечатления рассказать. Это я могу утром после кофе воспользоваться, я как бы не курю там и так далее. Это там днем, например, попользоваться. На ночь у меня от, ну, в общем, виноградная паста. Далее, тоже коробочкой, пока первые впечатления, это крем-сыворотка вокруг глаз «Акулия Сила». Типа акулий ретинол, бразильский женьшень и белая лилия. Я покупала эту сыворотку в аптеке «Столичка». Здесь 50 мл, она стоит 220 рублей, но я за бонусы брала, поэтому мне она обошлась в 110 рублей. Пахнет лилией, достаточно ярко. Ну, здесь много, конечно, чего заявлено. Много чего обещают, но мы, как правило, понимаем, да, что оно как бы... Мне кажется... Так, сейчас я попробую. Да, вот так вот. Мне кажется, что она ничего не делает. В принципе, 14 дней уже приближаются. Темных кругов у меня, конечно, нет. Есть легкая отечность, бывает припухлость, даже бы сказать. Не ежедневно, но оно не помогает. Глубоко питает, я очень сомневаюсь, и насчет и увлажняет, и обновляет, я тоже сомневаюсь. Объясню почему. Когда наносишь, сначала, да, чувствуется, что вот он крем, проходит минут 5-10, и кожа, она как бы съедает этот крем, просто его проглатывает. Остается какое-то легкое ощущение такое, знаете, как холодок. Думаешь, ну, наверное, взгляд посвежее будет, но ничего не происходит. И, честно, хочется еще нанести. Хотя у меня, казалось бы, кожа-то не сухая такая, знаете, когда вот хочется наносить. Но просто раз смотришь, как будто ничего там и нет. Поэтому не знаю, конечно, буду пользоваться, потом расскажу. Но вот, ну, пока мои впечатления такие, что я просто выбросила эти деньги. А дальше хочу показать вам...
Вот такие вот патчи коллагеновые с сайта Пандао. Это просто мой must-have. Знаете, каких-то я их использую в крайних случаях. У меня крайние случаи, слава богу, наступают крайне редко. Тьфу-тьфу-тьфу, да, не сглазить. Но они помогают на 100%. И они помогают даже от самых сильнейших отеков. Просто вообще это бомба. Здесь написано, что нужно наносить их на 30 минут. Я же посмотрела на YouTube ролики, когда только их купила, первые свои патчи. Я стала наносить их, как там сказано, на час, на два, до полного истончения. То есть пока они полностью не высохнут. Это где-то от часа до двух. Вы знаете, потрясающий эффект. Патчи холодят до самого последнего момента. Снимаешь — кожа идеальная, вообще даже намека на отеки нету. Если покупать поштучно, то они доходят на Пандау до 50 рублей. Если покупать там по 10 штук, бывает выгодно по 18 рублей, вот так вот. Но они отрабатывают все до последней копейки. Потом эти истончившиеся патчи можно обратно сюда вложить, вот на такую подложку. На сутки, на двое оставить в холодильнике, конечно, и хранить их надо в холодильнике, и повторно можно использовать уже минут на 45. Эффект будет послабее, но тем не менее тоже. Очень рекомендую их. Я не знаю, что они тут добавляют. Мне как бы моя ученица и подруга Тамара предположила, что, возможно, туда добавляют какую-то химию. Я не знаю и знать не хочу. Пользуюсь я крайне редко, именно когда нужно. Но я уверена в них. Я знаю, что если возникнет проблема, они меня не подведут, и я выйду вот свеженькая, так сказать, отдохнувшая. Без проблем. Что просто отеки, что там слезы, истерики, работают идеально. Вот. Что касается вот этих патчей Skin Light, 30 штук. То есть на месяц нужно 2 упаковки. Стоят они бюджетно до 120 рублей. Мне они на Озоне со скидками вообще в 59 обошлись. Я взяла 6 таких упаковок. Пока у меня одна полностью израсходована и вторая на подходе. Что могу вам сказать? Ну, как по мне, они ничего не делают. Но я использую все до конца и потом уже вам расскажу, какой эффект, понравилось мне или нет. На данный момент ни отеков, ни... Вообще, они даже не освежают взгляд. То есть, просто какая-то пустышка. Да, конечно, когда я снимаешь, вроде бы кожа такая увлажненная. Ну, чувствуется, что какое-то средство там есть. Но именно эффекта какого-то, какого-то улучшения я пока не обнаружила. Более того, они на носогубки подходят. Но там у меня сразу нанесла, на следующий день прыщи. Вот сюда наносила, тоже нанесла прыщи. И здесь я их тоже очень аккуратно накладываю. Чуть-чуть только в сторону, и тоже будут прыщи. Может быть, это моя конкретная реакция. Может быть, я уже набалована вот этими патчами. Но факт есть факт. Эти работают на 100%. Эти... Ну, знаете что? Я бы им дала, может быть, процентов 5, но это так. Наверное, и 5 лучше не давать, потому что как-то у меня были не то чтобы суперсильные отеки, но сильнее среднего, скажем так. Я увидела легкий-легкий эффект, но, знаете, этот эффект видела я. Если я выйду на улицу потом без штукатурки, да, в тот момент, потому что я не спала еще, наплакалась и так далее, то люди увидят, что я банально плохо выгляжу. Вот и все. А то, что там я что-то сделала и была гораздо хуже, это как бы не в счет, потому что я сужу по отражению в зеркале. Поэтому на данный момент не могу никому посоветовать. Да, конечно, патчи сейчас стоят дорого, а это все-таки какая-то альтернатива, но, честно говоря, лучше уж купить просто крем. Он даст примерно то же самое, а именно в плане отеков ноль, да и в плане всего остального, только если легкое увлажнение. Но если и эти дают только увлажнение, зачем тратить на это деньги, купите крем. Но это мое мнение. Далее. Далее покажу крем педикюр «Я сама». Я его покупала в составе набора, делала своим подружкам подарки. И себе вот один набор раздербанила. Мне понравился этот крем. Вы знаете,
Я вот когда в Питер ездила крайний раз в октябре, перед этим я сделала ванночку для ног гидромассажную, хорошо поскрабировала ноги, там пилочка, все дела. И вот после как раз открыла этот крем и стала им пользоваться. И вот он у меня закончился буквально неделю назад. То есть вы представляете, да, насколько мне его хватило, этого крема. И у меня до последнего момента, до последней капли, ноги были в идеальном состоянии. Мне не пришлось больше делать ванночек, не пришлось скрабировать. Кожа была идеально гладкая. То есть я не знаю, сделает ли он вашу кожу лучше, но эффект после косметических процедур он вам абсолютно точно сохранит. Единственное, что надо взять во внимание, это то, что, во-первых, сейчас уже холодное время года, то есть не пляжный сезон. Более того, я даже летом не хожу в открытой обуви, и у меня обувь всегда удобная. Я не хожу на каблуках, не хожу в узкой обуви. У меня всегда кроссовки, ботинки, и все они спортивные. Вот. Но это так, имейте в виду, просто чтобы, как бы, да, для полноты моего отзыва было. Потому что кто-то, например, ходит в неудобной обуви и прочее. В моем случае крем просто отлично работал. Он достаточно такой густой, но он легко разносится. Пахнет приятно, не облепихой, но аромат очень приятный. И вообще я к нему присмотрюсь. Вот как только начала пользоваться от Avon кремом грейпфрут и базилик, все. Сейчас снова нужно делать ванночки, скрабироваться. Зато от Avon Naturals ароматная ваниль и сандаловое дерево спрей мне понравился. Это второй спрей с таким ароматом. Да, он достаточно яркий, но, как ни странно, он меня не удушает даже летом. Ну и свойства этого спрея, думаю, многие знают, что и с высыпаниями борется, и предотвращает какие-то высыпания, и как туалетная водичка, и как освежитель воздуха, и на белье можно брать. Брызгать. Короче, это универсальное и очень классное средство. Далее. Вот такой крем закончился от 100 рецептов красоты. Присылала мне его Таня Термилева. Огромное тебе спасибо, Тань. Я к этой косметике стала очень даже неплохо относиться. Единственное, что я когда посмотрела, по-моему, видео у Светланы 1983. Привет тебе огромный. Вот, Света вроде говорила, что как-то ей крем попался, который не очень хорошо пахнет. Поскольку на тот момент крем стоял в ванной, но я сделала небольшой перерыв, я побежала быстрее нюхать и поняла, что крем еще пока вкусно пахнет, но он уже начинает меняться. Поэтому я его использовала на тело, мне хватило на 3 раза. Вот. И сейчас, когда я уже открыла баночку понюхать, ну, здесь уже ничего не осталось, но запах, да, уже полностью изменился, стал каким-то прогорклым. Это может означать разное. Может означать, что там супер натуральные компоненты без консервантов, во что я не верю, потому что без консервантов не пропустят у масс-маркет. Скорее всего, да, где-то нарушили технологию, добавили что-то дешевое, может быть, еще что-то. Ну, вот как-то так. Ну да ладно, короче, сам по себе крем хороший, претензий нет, но вот, увы. Лопаточка была, я ее убрала, потому что я такие вещи всегда теряю, и они всегда нужны. Далее, вот такая зубная паста Twin Lotus. Я покупала ее в Ашане по акции, здесь 25 мл. Сейчас она тоже есть в Ашане, стоит вот такая малышка 100 с лишним рублей, где-то к 150. Я считаю, это дороговато. Но сама паста лично, ну, она на любителя, мне как бы норм. Хотя я не кайфовала особо. Она коричневая, у нее очень яркий вкус и аромат, скорее даже как-то похоже на звездочку, ну, около того. Но в целом нормально. Единственное, что, конечно, когда чистишь зубы, полоскаешь рот, вся белая ванна становится коричневой. Но на самом деле та же ситуация происходит и с белой пастой, мы просто этого не видим. Поэтому я считаю, что это даже плюс сразу все за собой убрать. Но, повторюсь, дороговато. Далее. Оксана Александрова дарила мне вот такую маску Miss Rose. Это Etude Organics, очищающая маска «Глазированная глина». Хорошая маска, на 5-7 применений, оно так и есть, она нежно-оранжевого оттенка, наносишь, она сразу начинает пениться. Ее нужно выдержать 5-7 минут и потом смочить кожу и в течение минуты как бы помассировать. Вот, бывает просто наоборот, но вот эта маска конкретно так действует. Ну, она неплохая, мне нравился этот приятный эффект, в общем-то.
Можно побаловаться. В отличие от разовых масок, это относительно бюджетно и все-таки легкий массаж для лица. Далее, моя подруга Тамара дарила мне вот такую маску от Ахава. Это осветляющая, увлажняющая маска, ее на 10 минут наносит. Мне она очень понравилась, во всяком случае, по использованию. Она вот такая зеленоватая, перламутровая, лицо очень забавно выглядит в этих блестках. Знаете, как будто даже, если вот разное освещение, она по-разному выглядит и потрясающе пахнет какой-то фруктовой жвачкой. Конечно, это просто и позитивно, весело, и просто вот эффект ароматерапии. Что касается, мне ее хватило на 2 раза, что касается действия, но у меня кожа, в общем-то, и так светлая. Но увлажнение, да, такое, наверное, легенькое дает, прикольная маска. Спасибо, Тамара, огромное. Я ее использовала в рамках челленджа 10 масок 10 дней. Короче, присоединяйтесь, кому интересно. Этот челлендж придумала Оксана Александрова и Мила Антонюк. Меня пригласили, ну и потом вот уже Таня Термелева присоединилась и так далее. Вот. От Эвелин тоже в рамках челленджа использовала мгновенную маску Q10 плюс R. Здесь 5% мочевины. Ну что могу сказать, мне ее хватило. Она не смываемая, мне ее хватило, по-моему, от 3 до 5 раз. Я точно уже не помню, в отчете увидите. Сначала кожу пощипывала, но потом через 5 минут пощипывание прекращается. Я боялась, конечно, что она не смываемая, мало ли что, но никаких проблем не было, она хорошо впитывалась. Ну и, в общем, основное, что проблем не возникало. Что она делает, я, честно, не знаю. Тут, правда, написано 2-3 раза в неделю использовать. Вот, в общем-то, так и получалось. Ну, трудно сказать насчет увлажнения. Может быть, да, может быть, нет. Также в рамках челленджа от Комплимент пилинг использовала микропилинг. Он потрясающе, приятно пахнет, шикарно пилингует. Я прям рекомендую. Единственное насчет охлаждения. Первые пакетики, которые я брала, они реально круто охлаждали. Сейчас вот, к сожалению, вот эти уже не так сильно охлаждают, но пилинг шикарный. Далее маска с АХА-кислотами, обновляющая от кафе Мими. Я ее тоже хватило раз на 7. Мне понравилась упаковка, потому что вот эта вот баночка, ее можно обернуть в пищевую пленку и спокойно хранить без проблем. Но что касается действия, меня, знаете, я ничего не заметила. Ничего плохого, ничего хорошего. И что меня напрягает, здесь сказано 15 минут держать, но здесь не написано, сколько раз в неделю использовать. И у меня, поскольку я не заметила эффекта, я делаю выводы, что вот такие маски, где не сказано, сколько использовать, но при этом якобы присутствует кислота, значит, там либо нет этой кислоты, либо ее настолько мало, что она не только не действует, но и, конечно же, не нанесет вреда, и производитель к этому как-то очень просто относится. Вот. Нет, ну, может быть, она для постоянного применения и будет эффект, но тогда надо так и писать, все-таки как-то стрёмно, знаете, использовать ее ежедневно, все-таки какие-никакие кислоты. Также закончился сос-крем для активных людей от Faberlic. Покупаю уже не первый раз, еще есть в запасах, и я могу посоветовать. Производитель честно пишет, что это не от травматических болей. Это вот когда вы походили, ноги у вас устали, и вы просто наносите этот крем, и усталость как рукой снимает. Действительно, и можно спокойно заснуть. У меня также ночью иногда ноги просто крутят, и этот крем мне тоже хорошо помогает. Советую. Аромат у него не яркий и достаточно приятный, поэтому даже на фитнес можно с собой брать. Советую. Оксана Александрова присылала мне вот такой вот крем-миниатюрка. Здесь 5 мл, 5 Element. Это, по-моему, Франция. Если я правильно прочитала, ну просто мелко здесь. Он типа разглаживает морщины, питает, защищает. Ну, насчет разглаживает морщины, знаете, вряд ли, конечно, к тому же здесь, ну, все-таки 5 мл вряд ли поймешь. Но питает он точно, защищает, кожа очень приятная после. Если бы я не нашла для себя вот этот дешевый крем классный, то, наверное, присмотрелась бы к этому недешевому. Вот. И, кстати, миниатюрка 5 мл, но реально можно было распробовать, в общем-то, продукты и что-то понять. И никаких проблем с ним не было. Также еще
А вот такая черная маска-пленка с сайта Пандао. Мне приходило 5 сашеток, 3 использовала, а с двумя вот они, ну, какая-то проблема с упаковкой, они подсохли. Хорошая маска-пленка, она, конечно, сложно наносилась, но достаточно беспроблемно снималась и реально очищала кожу и лицо не травмировала. Сначала, когда открываешь, пахнет спиртом, потом начинает пахнуть гуашью. Короче, в общем-то, классная, но вот косяк, увы. А далее рыбий жир, ну, эта штука классная, мне вот наше отечественное производство прекрасно подходит, ни с желудком проблем нет, и на мне прекрасно работает, мышечный тонус хороший дает. А далее мешки с завязками, вот такие вот, 20 литров, 20 штук, вот так они выглядят, стоят в Ашане очень бюджетно, ни одного бракованного пока не попалось. А также пакеты для завтрака регулярно покупаю, они тоже очень-очень хорошие, качественные. И мешки для мусора вот эти, они, конечно, попроще, тоненькие, но я использую их в туалет, в ведро. А для этих целей, в общем, они прекрасны. Это все, что я хотела вам показать. Если видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно. Огромное спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!